Теперь о спортивных событиях. Шикарный подарок к Новому году. Сегодня в Омске распахнул двери дворец бокса. Спортивный центр расположился в здании старого аэропорта. Для занятий созданы условия международного уровня. Заслуженный строитель и депутат городского совета Валерий Кокорин вручил символический ключ юному боксеру Григорию Зыкову. Известный омский меценат не первый раз берется за крупные социально значимые дела. Нынешний проект особый. Известное всем омичам здание постепенно ветшало. Никто не желал заниматься его реконструкцией. Я благодарен губернатору Омской области Азару Викторовичу, чтобы он поддержал вот нашу идею сделать в этом историческом здании не что-нибудь, а именно вот дворец спорта для детей наших. Тем более, что вот в Кировске такого сооружения его нет, явно не хватает. Результат впечатлил. Три светлых зала отделаны современными материалами, сохранен архитектурный колорит, установлен спортивный инвентарь, потрачено много сил и денег. Уникальное здание обрело вторую жизнь. Мэр Омска Вячеслав Двораковский вручил Валерию Кокорину благодарственное письмо. Здорово то, что сделается для молодежи. Тут, наверное, самое большое чувство, которое испытываешь, когда заходишь в это здание. Ну, а дальше, так сказать, слова благодарности тем, кто был очень инициативен, кто вложил собственное средство, собственное усилие, вот, и создал просто прекрасные условия для занятий боксом. Следующее слово за спортсменами и их наставниками. Во дворце бокса разместится муниципальная спортивная школа номер 21. И тренеры готовы работать, засучив рукава. И уже придумали, как эффективно использовать спортивный инвентарь. Очень удобные мешки, которые немножко перемещаются, двигаются. То есть это очень полезно для бокса. Передвигаются, перемещаются, то есть можно по два человека работать как в атакующей форме, так и в контратакующей форме. Очень удобно. Ребята строят планы. В этом году в финалах первенства России выступало 13 омских спортсменов. Есть победители и призеры. Замечательные залы, в то время очень уютные, очень красивые, хорошая архитектура. Спасибо тем, кто создал этот зал. Это нам поможет добиться очень хороших результатов. Тут и ринг есть, и тренажерный зал хороший есть. Ну и, в общем, есть все условия для того, чтобы становиться чемпионом. Звонки от ребят, желающих заниматься, уже поступают. Новые группы будут набраны в ближайшее время. Заниматься боксом можно с 10 лет. Владимир Истомин, Артем Колесников, Антенна 7.